Здравствуйте, с вами программа «Про культуру», традиционно с обзором наиболее ярких, на наш взгляд, событий и новостей в сфере культуры. Ежегодное событие культуры, уже ставшее уникальной визитной карточкой Севастополя и объединившее военное и гражданское общество в едином творческом процессе, 4-й Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал в этом году вновь будет приурочен ко Дню России и Дню города-героя Севастополя. По словам организаторов, Севастопольский бал – это проект городского сообщества «Благородное собрание Севастополя», которое возникло как средство решения общественных, социальных и культурных задач путем объединения средств и ресурсов его участников. Невероятно красивый, завораживающий, удивительно атмосферный и магически притягательный Севастопольский офицерский бал – это масштабный проект, своим появлением заложивший новую добрую традицию. Подробнее о проекте расскажем в нашем следующем сюжете. Впервые это уже ставшее историческим событие состоялось в июне 2013 года. Тогда под открытым небом в сопровождении чарующей музыки в танце закружились 160 офицерских пар двух флотов и 50 гражданских пар. В течение нескольких лет проект вырос в грандиозное событие регионального и всероссийского масштаба. Подтверждением тому служит признание 3-го Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала лучшим событием культуры 2016 года в Южном федеральном округе. Помимо прочего, в минувшем году проект занял 3-е место в России на национальной премии в области событийного туризма. Бальная культура сейчас не так развита, мы живем в 21 веке, и мы прошли довольно-таки сложный, долгий путь к именно тому, чтобы люди поняли, что современный человек, человек, который вращается вот именно в реалиях нынешних, он может просто спокойно прийти со своей супругой, либо со своей дамой, сердце на бал. Мы называем это «Голосовать за культуру ногами». Мы хотели бы вдохновить нынешнее поколение на танцевальные, вообще на подвиги, и чтобы каждый мог себя продемонстрировать в таком красивом формате, как культурном формате, как танец. Благородная цель проекта, несомненно, привлекает внимание неравнодушных людей среди военного и гражданского общества. И результаты этой благотворительной миссии действительно достойны уважения. Ведь адресная поддержка направлена на помощь одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья, а также помощь малоимущим семьям. Севастопольский офицерский бал – это не только редкая возможность для всех участников поспособствовать возрождению лучших традиций, познакомиться с бальным этикетом, принять участие в благотворительной программе бала. Более того, это действительно уникальное явление в сфере культуры в жизни нашего региона. В этом году бал состоится 11 июня, а подготовка к нему уже идет полным ходом. Ведь организаторы и участники этого грандиозного события культуры непременно стремятся поразить масштабностью и зрелищностью всех гостей удивительного торжества красоты, единения, мужества и веры в мечту. Погрузиться в чарующую атмосферу бала и захватывающий подготовительный процесс может каждый, кто разделяет ценности проекта. Попробовать свои силы посчастливилось и нашей команде. В этом году Севастопольский бал в 4-й раз объединяет усилия единомышленников, разделяющих идеалы проекта, и вовлекает в свой бурный событийный вихрь все новых участников. Это праздник, это каждый день много эмоций, много новых друзей, много умений, это очень интересно. Примечательно, что принять участие в этом великолепном празднике могут все желающие. Организаторы масштабного проекта уверяют, что влиться в подготовительный процесс не составит большого труда, а эмоциональная отдача от участия в этом масштабном событии, несомненно, станет необыкновенным опытом для всех пар. Этот проект дает нам уникальную возможность окунуться в эпоху офицерства имперской России, почувствовать себя настоящими кавалерами, поухаживать за дамами, изучить этикет, видеть море сказочных улыбок девушек и быть немножко счастливее. Мне Севастопольский офицерский бал подарил, можно сказать, новую маленькую семью. Программа Севастопольского бала в этом году станет воплощением красоты и богатства мировой культуры. Хореографические, музыкальные и драматические композиции объединят героев великих литературных произведений в единый тематический сюжет. Мы каждый раз ставим перед собой очень сложные задачи, чтобы расти, чтобы развиваться. Команда у нас при масштабности проекта достаточно небольшая. Конечно, наш труд в этом действительно огромный, колоссальный. Я хочу сказать сейчас, пользуясь случаем, огромное спасибо всей нашей команде, потому что если бы не эти приверженцы этой высокой идеи, конечно, ничего бы этого не было. Возрождение лучших традиций – вальсы, кадрили, мазурки, фокстроты, польки, котельоны, звучание живого оркестра, чарующая атмосфера, великолепие красочных нарядов, соприкосновение с этим удивительным проектом дарит всем участникам светлое и трепетное ощущение сказки и веры в чудеса.